символическая ленточка перерезана. Ток устремился к машинам. Первая очередь текстильного комбината в городе Барановичи вступила в строй. В ровничном цехе у новых отечественных машин начала рабочий день Зоя Кутчик. Еще недавно она была каменщиком на строительстве этого комбината. 30 тысяч веретен в цехах нового предприятия. К концу семилетки их станет почти в 4 раза больше.